Всем привет, ребят. Ну что, я опять на своем аккаунте, и сейчас у нас будет очень много топовых акций. Также будет топовый базар, который я покажу. В принципе, я думаю, вы видели уже. Сегодня у нас продают скины на дракона. Я уже его докачал до максималки. Также Анубис. Можно собрать меньше даже большого пака. Что еще интересно? Ну, коробочки. Я уже их забрал. Также 5 сетов 5 ремки. В принципе, их никогда много не бывает. 10 ложных выпадов можно забрать за 5 попыток. Ну и то, ради чего я, в принципе, в основном забираю, это сундуки замка, потому что здесь падают кристаллы. Ну и очередного некроса сегодня соберем. Так, окей. Заберу плюшки. Так, поехали. Первое забрали, 5 ворожеев, 10 коробок, 200 слизней, 10 коробок на чары, ну и 5 карточек. Так, сейчас, секунду. Сейчас пойдем. Также у нас поменялось сегодня место, вчера было там рулетка, по-моему. Сегодня у нас императорская кузница, и там очень довольно-таки неплохие плюшки. Из-за этого я, в принципе, и ждал целые сутки. Потому что там можно забрать топовые талантики. Так, все, есть. Поехали забрать. Ну вот, 5 сетов пятых, 5 сумок топовых с огнекрылом тоже откроем. 10 ложных выпадов, которые по сути нафиг не нужны. Я не знаю, сколько у меня уже их на основе накопилось. Сейчас это все посмотрим. Так, поехали. Начнем. Давайте талантики. Сразу пооткрываем. Может, что-то водное упадет. Хотя я в этом сомневаюсь. Просвещение, которое нафиг не нужно. Так, каменка. Что за карта? Нам ничего не упало. Поехали. Ярость. Не то. Ракушка тоже не нужна. Утекание не надо. Стойкость. Ну, как видите, ничего толкового с коробок практически не падает. Каменка не актуальна. Огненько. В принципе, можно было каменку поставить. Так, у меня тут эфины. Так, тут каменка. А каменка у меня стоит. Ожог. Давайте сюда ради интереса. Может, когда-то дойдем до него. Потестируем. Так, ожива. Стойкость и... Оу! Вот это, ребята, кайф. Вот это нам подфартило. Это обязательно лайк. Жесть. Неожиданно, неожиданно на 10-й коробочке мы вытащили один из топовых талантиков, и я хотел его потестировать. Так, что у нас уже есть с ним? На Анубисе затестить неплохо было бы посмотреть, конечно. Так, Бигфут, ну... Так, Бигфут у нас есть, Афину нету смысла, ворожей есть. Некроса мы уже вкачали. Так, у нас три героя есть. Фрея всегда с атакующим, Огнекрыл с бастом один есть, но он атакующего плана. В принципе, так. Знаете, кому попробуем?
Давайте попробуем все-таки для Рину. Очень интересно, думаю, для многих будет посмотреть Рину с этим талантиком. Вот сейчас у нас тут есть ярость. Можем потом будем тестить разные варианты. Так, улучшить. Сейчас докупим рун. Да, неплохо, неплохо, я вам скажу. Отличненько. Так, есть. Готов у нас Рину новый. Думаю, вечером потестируем пачку всю. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Поехали дальше открывать плюшки. Давайте чары. Может, что-то интересное упадет. Проклятое поле, рано. Пусть оставим, пока пусть будет, подумаю. Хочу тоже кое-что потестировать. Так, едем дальше. Да, порадовало прям. Открываем десяточку сразу. 5К кулаков, еще одна коробочка упала. Давайте вернемся, коробку откроем. Бум, оживо. Живо тоже, кстати, неплохо смотрится на некоторых героях. Ради интереса можно два раза, чтобы рисался. Так, ну что, 10, нам надо синие сундуки. Они, как обычно, мне здесь не падают. Ну, упало, упало 15К, отлично. Точнее, 150. Так, что у нас еще такого интересного? Тут вот эти сумочки. Тут скины Варлока. Вот Варлок нам упал, сетик упал еще один. Так, ну, 60, маловато, очень маловато упало в этот раз, ну, уже по 100 падало. Так, отлично, поехали дальше. Поехали дальше, что у нас еще тут интересное такое есть. Ну, 5 сетов ремочки открываем. Бум-бум-бум. Отлично. Так, это лабиринт. Карту пока оставим. Так, ну это я потом уже докачаю. Так, облик. Улучшение. Улучшить. Есть. Отлично. Ну что, поехали дальше в акции. Так, что у нас есть? Призы за героя. Выращивай призы. Это будет очень долго. Разбей яйца. Счастливые. Так, в кузницу идем. И потом пойдем в самую основную акцию. Так, что у нас есть? 138, да? Ну, тут можно вот такие вот призы забрать. Пятый сет стоит. Видите, сколько стоит? Вообще бешеные эти. Но мы заберем сначала вот это. Подтвердить. Отлично. Еще один надо будет тоже забрать. Так, получить. Забрали. Поехали. Разбей яйца. Вот так вот. Возможно, сейчас надо подумать. Повелителю бури можно поставить, потестировать с таким талантиком. Думаю, он будет неплохо себя. Так, у нас 102 попытки. 101. 101. Смотрим. Сможем ли мы вытащить. Так, кристаллы. Вот Варлок есть. Стрелок на 20-е, ничего себе. Вот так вот. Интересно, интересно.
Так, исцеление первой руны, я их продаю все. Потому что на пятые сеты пока наковать, насобирать. Так, кристаллы. Обычное яйцо. Ворожей. Неплохо. Да, как-то пораньше уже начали падать герои. Радует это. Они с 50-х попыток. Редкое. Золотой ключик. Теперь надо подумать, кому еще поставить. В принципе, Рину мы сделали, этого сделали. Повелитель бури еще как вариант. И Анубис. Тоже интересный вариант. И будет целая пачка у нас. Он сказал про Анубиса 51. Анубис, офигеть. Круто. Очень круто падает. Да, неплохо. Череп у нас остался. Не достали. Асура. Я их не крал. Да, все, на этом все закончилось. Так хорошо начиналось. Эх. Так, самики. Руна. Че, Асуры не будет? Кристаллы. Самики опять. Ну, варлок. Вот так вот, 97-я попытка. Еще на варлок упал. Кристаллы. Да, странно, странно. Вот так вот. 101 попытка и ничего. В принципе, ну, Анубис стрелок. Как бы неплохо. Но все равно не то. Так, что у нас еще есть? Выращивай призы. В это мы уже играть не будем. Это я уже на стриме, скорее всего, буду открывать. Так, что у нас тут? Сейчас посадим саженец. Какие у нас призы сегодня? Так, сундучок, Эльдешка, Бигфут, Фрея, Профессор Риббит, Некрос. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Это мы сыграем. Так, счастливое число. Ну, интересно, что у нас в счастливом. А у нас и акция сегодня на чары, возможно, еще на чары. Половлю что-то интересное. 177 попыток. Священный огонь. Ну, честно говоря, сайтик не очень.
Призы, первый приз Асура. Ну, такое себе Фрея. Лучше Фрея уже достать, чем всех этих. Да, вот так вот, ребят. Вот такой вот у нас был сегодня донатный видосик. Кучу плюшек. Сейчас заберу еще. В принципе, насыпало неплохо, но, как видите, очень много имба не получили. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе на Огнекрыла. Всем пока!